Привет, Макс. Привет, Ник. Извини, я вчера был занят, не мог ответить. Ник, ты чего, что-то случилось? Да нет, ничего. Интересно, на кого же он меня променял? Стащил маму 500 рублей. Не так уж и сложно, потом верну. Мам, а где твоя сумка? Кажется, я оставила в ней свои очки. Дочь, у меня в комнате на тумбе. Это было легко. Г, еще и фамилия такая короткая. А? Надеть кофту моей сестры? Вы гоните, это смертельно опасно. Ой, привет, сестренка. Это что, моя кофта? Ты совсем охренела? Я просила тебя не брать мои вещи без спроса. Нет, я просто себе такую же купила. Мне твоя очень понравилась. Я же проверю сейчас. Ага, проверяй. Фух, мне конец. Эг? Я знаю только одного человека с похожей фамилией. И она точно не стала бы этого делать. В ее возрасте людей больше заботят грядочки, а не мальчики. Признаться в любви подруге? Надеюсь, она меня правильно поймет. Ник, пойдем сегодня в кино? Нет, я не могу. Мы с Максом сегодня идем помогать бабушке Мэг по дому. Она нам платит. Я думала, он один ей помогает. Почему? Ладно, неважно. Я хочу признаться, я тебя люблю. Я тебя тоже. А с чего такие нежности? Да ну нахрен.